Валерий Меладзе проговорился, что его брат и Вера Брежнева живут отдельно. Семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой удивляет окружающих. Их отношения очень похожи на гостевой брак. Завесу тайны приоткрыл брат продюсера Валерий. Он рассказал, что супруги проживают порознь в разных странах. Вера живет в Киеве. Там же находится и бывшая семья Константина. Сам он живет и работает в Москве. Красивая картинка отношений Брежневой и Меладзе всегда радовала поклонников. Хотя Константин был пару лет назад заподозрен в измене. На этот раз солисткой Виагры Эрикой Герцог. А вы верите в гостевые браки?